Здорово, блондинчик. Тебе как-то не сходится цвет твоей головы, цвет твоей нижней головы, скажем так. You shouldn't have brought them here, Andrei. Why not? You've been a bad boy, Mr. Balkan. And the boss is not happy. Oh, no. I shit my pants. Not yet, but you will. Who are you working for? My cousin, Roman. Don't breathe. That's not good enough. I'm gonna saw off your fucking arm. Speak! Okay, okay. Your dad likes it up the ass. What do you want me to say, huh? Very funny. Do you think you're so smart? No! I'm tied up in the basement a long way from home, or some ape threatens me with a hacksaw. So no, I'm not that smart. Shut the fuck up! My fucking wife is watching television! Good lord. What are you doing? Nothing. I mean, I was finding out who he is. And? Who is he? He is his cousin. You were about to cut up some guy in my house, making all that noise to find out he's his cousin. Where did you find this idiot? He was a friend of your sergeant when we were in Vladivostok. He's an imbecile. So, Nico Belli. You think it's okay to kill my employees? If he is an asshole, yes. Do it! I agree. Asshole, look at me like I'm a piece of shit. Мишель, ты ли это? Что-то так изменилось. Я так и знал, что в тебе что-то не то. Слишком ты уж хорошо играешь в долбанный боулинг. Look at me. You owe me. I got some digheads in my neighborhood. Я ж тебя сводил в долбанный боулинг. Что ты меня тут пушкой размахиваешь? Хорошо. Stop shooting people, you maniac! My wife doesn't like when people shout! Whatever! You better get those screens soon! Or I will personally pull your cousin's stitches out, one by one, and watch his guts spill onto the floor! Clean this shit up! Listen, we'll take care of your cousin, but you better get a police car. And then you call me. Roman! Roman! Go! 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 I'll take care of him. Fuck! Почему вокруг одни придурки? Найдите полицейскую машину. Тачка, тачка, тачка. Полицейская машина. Корвет. Нет. Это не Need for Speed, чтобы здесь был полицейский корвет. Хорошо, окей, ладно, сейчас найдем что-нибудь. А, ну сейчас сюда приедут вроде как. Вроде как должны приехать. О, остановились. Давайте-ка, парниша, я вам машину обратно в участок доставлю. Если вы не против, конечно. I had the police car. What now? The van is driving around South Broker. Pull it over, take it to our lockup on Duke's Drive. Be more specific. How many vans you think there are in South Broker? That is a problem for you and your cousin, not me. Keep pulling vans over until you find the TVs. Goodbye. Долбанный телевизор, а? Окей, теперь я мебельщик. Найдите, остановите фургоны, пока они что-то там не сделали. Видимо, пока они не взорвались, потому что там сидят такие же дебилы за рулем, как и я. С дороги, тварь. А ну-ка, давай-ка, сверни-ка на обочину. Здрасте, мент. Не видно, что ли? Come out and don't try nothing. I don't want no trouble, buddy. Are you carrying a shipment of TVs? You're gonna be. Негр, предъявите под прописку, пожалуйста, и подписку тоже.
Ты у нас бестеликовый. Эй, где моя ма... Черт, я уж испугался. Как он телепортировался сквозь нее, оказался впереди? Он посмел обогнать милицейскую машину. Это не по понятиям как-то. Не по милицейским понятиям. О, господи, я сейчас точно сальтану. А ну, с дороги, козлы небритые. Бессиреневые. С дороги, я сказал, мент на задании. Не видно, что ли? Алена, стоять на! Тут уже у нас двое. Ну, поворачивай, поворачивай! Он более неохотно поворачивается, находясь вне машины. Я вижу, у вас тут коробочки. Чья это ошибка, интересно? Да черт, садись в тачку, козлина! Я мент, не видно что ли? Так что уберись, мент. Помеха работы милиции карается выстрелом в голову, так что мент, не мешай мне работать. А сюрреалистическая музыка поможет избежать мне погони. Проезжайте в гараж. Проедем, не беспокойтесь. Ох уж эти долбанные телевизоры. Они как наркотик. Всех так и манят. Два долбанных телевизора, я из-за них человека прострелил. Ну ладно. Он сам виноват. Он навел на меня ствол. И получилось опять-таки так, что когда я навел на него свой ствол, он материализовал перед своей головой пулю, которая влетела ему прямо в мозг. Как-то его задев непонятным образом, потому что мозг с наномикрон с размером, блин. Так, я ничего не вижу. Вот теперь я все вижу. Черт, это прям Феррари. Смотрите, как этот фургон разогнался. Наглый какой фургон, а? Поворачивай, поворачивай! Разгоняться может, поворачивать, как всегда, нет. Довольно странное свойство всех здешних автомобилей. Кто-то, видимо, такого же стиля вождения за рулем той тачки синей Мерседеса. Открывай! О, а тут открыто. Эти долбанные исчезающие стены. Америка, страна технологий будущего. Но закрывает просто ворота. Стена обратно не материализуется. Время быть крутым, поэтому я возьму пикап, обязательно грязный. Негр, ты заляпал его своей кожей? Алло, Дмитрий! Тезка, возьми трубку. Господи! А если бы я был не в пикапе, убился бы нахер. Он не поворачивает, наверное, у меня опять заблокировалось колесо. Черт возьми, что надо делать? Где какие-нибудь буковки или что-нибудь еще? Может, мне кому-нибудь позвонить? Давайте Мишель позвоним. Миша. Сообщение у меня есть. Влад, деревня, приезжай, приезжай. Есть проработа. Ты мертвый, чувак, отвали. Ника, ты где? Контакты. Мишель. Алло, Миша. Ну я и так после шести звоню, правда, предыдущего дня. Это как посмотреть, черт возьми. Круглые сутки, они ж круглые. Правильно, можно и после шести, можно и до шести. Это все равно будет одинаковым временем. Черт, никто не хочет мне звонить. Как всегда. И мне еще сказали поезжать медленно, чтобы не привлекать внимание... самого себя. Полиция, я же полицейский, правильно? Черт, да что мне делать? Ладно, мне придется крушить и таранить все. Рома, Рома, Роман. Алло? Здорово, как твои яйца? I'm
out of it. If you're near a shop, can you pick up some adult diapers for me? See you later. Пошел тут, тебе для младенцев подгузники надо. Черт, и что теперь? Мне что, покупать ему долбанные подгузники? Может быть, мне сменить тачку, потому что никто не хочет общаться с парнем на пикапе. Чувак, здорово, как дела? Мне нравится цвет твоей автомобилины. Он такой черный, такой зеленый. Ага, сразу же появился значок новое задание. Видите, видите? Никогда не берите долбанные пикапы. Ну а теперь можно и на расслабоне покататься с какой-то регги-музыкой. Ну не регги-музыкой, конечно. Но музыкой, окей. Ретро-музыкой, регги-музыкой. Еще я взял, что она регги-музыка. Черт! Куда же вы все прете? Вам жить надоело совсем, что ли? Мне лично нет, я берегу свою жизнь, в отличие от вот таких вот, как вы двое. Nissan Skyline, подвинься. Заправка, стенка, автомобиль. Черт. Минус фары. Долбанный Pontiac, им абсолютно невозможно управлять. Это ведь Pontiac, правильно, да? Это Pontiac. GTO. Почти как GTA, только GTO. Готов к труду и обороне. Наполню пузо, лягу спать. Мой образ жизни, как у питона, заставляет меня лишь только жрать. Я Маяковский, все, идите в жопу. Господи, я думал, это гопник в этих в обтягивающих штанах, а ведь похоже было. Пока каблуки не видишь. Абсолютно так же выглядят современные парни в обтягивающих этих штанишках. Абсолютно нелепые такие же. Господи, как я с них ржу. А звонок на что? Эй, Нико. Эй. Come in. Thank you. Зачем ты нюхаешь стол? Why? Because it clouds your judgment. Not now, it's not the time. My judgment. That's a good one. I'm a fool. Nico's here. Это не самое плохое состояние. I take it you won't be joining us? Make him suffer. People forget pain so quickly. You need to calm down with that stuff. Calm? Why? So I can be like you, Mr. Barbiturate? Always so fucked up on painkillers. You don't give a shit. You need to calm down. Where would we be now if I was calm like you? Let me guess. In a prison camp in Siberia. Or selling hash to tourists in Red Square. Or still in the Navy. Which is it today? Be careful, Dimitri. Be fucking careful. You be careful. You're getting crazy. That's the way it works. I am angry. You are calm. I scare you reason. It works. Yes, but you've angered the wrong people. Too many bodies, too much attention will be dealt with if we don't start playing by the rules. I've angered people. Me? Not we. Strange. When I give out the money, it's us. When I have to push people, it's me. All alone.